Тёма. Ну что? Сик. 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 Лена, рассказывай, когда, сколько еще они будут сюда? До 31 августа. Время с 9 до часу и с 3 до 8 экскурсии проводятся. Ну вот, ребята. Так что еще успеваете. Ну, если не успеваете, конечно, вы будете смотреть все, что я вам показываю. Стараюсь вам показывать круто и четко, и, не знаю, все как надо. Ребята, плекат, ну все, мы пошли. Сейчас нам делают экскурсию. Лена, что нам делают? Экскурсию, Андрюша, что еще? Да, у Санифака у Мика экскурсии по очистке Нави. Да. Да. Входит он в состав 14-й бригады противолодочных кораблей Северного флота Краснознаменной Кольской флотилии. В состав 14-й бригады входит 5 кораблей проекта 1155. Пятый из них — это усовершенствованный ударным оружием. Это БПК Чепаненко. Сейчас находится на модернизации. Ну, на него устанавливают новые образцы различных там комплексов. Плюс из того, что более-менее на слуху, это так называемые ракеты «Калибр». То есть первый на Северном флоте ставится на него. На данные проекты кораблей проект 1155 на Тихоокеанском флоте уже «Калибры» стоят. Максимальная скорость хода его 332 узла. По экипажу на корабле 294 человека штатно, это будет корабль базе Хорошо, сейчас мы находимся на юге правого борта. Под вами находятся так называемые рельсы. На эти рельсы устанавливаются тележки для осуществления погрузки торпед, торпедные аппараты, размещенные далее. Также здесь на данных рельсах располагаются мины для минирования акватории. То есть, как здесь корабль может минирование данной акватории, 8 мин, которые располагаются. То есть 4 слева борта, 4 справа.
Сейчас мы находимся в так называемой центральной части корабля, которая разделяет корабль на кормовую часть и на носовую часть. И справа от вас находится торпедный аппарат, на борту их расположено два четырехтрубных. Используют торпеды С-65 электрические, максимальная скорость 40 узлов. Так, для понимания, короче, 40 узлов умножаете на 2, скорость в километрах в час. Компания офицерская, здесь офицерам еду готовят. Соответственно, здесь уже сама кают-компания находится.
связи. Это было все. Надеюсь, что вам понравилось. Спиркова Букут, остав устоту. Как интересно. И что? Плачинала. Корабль мне нравится. Хороший корабль. Вот отсюда выходит ядерные бомбы.